С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мы не жить. Арай, ла-рай, 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 ла-рай. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить.
было разное детство, но все мы гоняли футбол и ждали волшебное действо, забитый решающий гол. Не все, конечно, стали мастерами. Мы помним Яшина, Стрельцова и Пеле. Бывает, снится нам порой ночами, играем вместе с ними во дворе. Нас миллионы, 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 мы верим в свой победный гол. Пришли болеть, играть на стадионы, в его величество, величество футбол. Пришли болеть, играть на стадионы, в его величество футбол. В далеких странах есть свои команды, в игре непредсказуем юркий мяч. Любители, болельщики и гранды играют, как последний матч. По сложной жизни то идем в атаку, то в обороне держим трудный гол. Нас научил играть без страха, большому мужеству и стойкости футбол. Нас миллионы, 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 мы верим в свой победный гол. Пришли болеть, играть на стадионы, его величество, величество футбол. Пришли болеть, играть на стадионы, его величество футбол. И не забыть Федотова, Боброва, Воронина, Кипленко не забыть. Летало пусть божественное слово, нам не дано футболу изменить. Полуфиналы и финалы чемпионов. Спасибо фанам и врачам, и тренерам, и всем работникам любимых стадионов, кто помогает в жарких играх нам. Нас миллионы, 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 мы верим в свой победный гол. Пришли болеть, играть на стадионы, его величество, величество футбол. Пришли болеть, играть на стадионы, его величество футбол. Использовали свои моменты, поэтому болельщикам игра понравилась, обоюду острая игра, держали всю игру в напряжении, значит, сделали все, что смогли. По первому туму казалось, что было волнение, так ли это? Ну, много игроков у нас, которые в первой лиге как бы вообще не играли, и присутствует молодежь. Хорошо, что справились с волнением первые 15 минут, ну, а дальше уже как бы ноги сами побежали, и волнение сошло, и результат дал себе знать. Удивились, что сегодня побольше болельщиков было, чем на обычных матчах в первенстве России? Ну, это как бы людям всегда интересно посмотреть команду сверху. Я думаю, на Кубани еще больше будет, думаю, на Кубани, может быть, я даже отшла. Приятно, когда приходится так народу поддержать свою команду. Мы только для этого играем, чтобы болельщики приходили. А как считаете, что стало решающим фактором победы? Ну, я думаю, с нашей стороны терпение. Особо хорошо сыграть в обороне и использовать свои моменты. Так нужно было отработать на своем месте, так как мог, и, может быть, даже немножко больше. Я так знаю себе, все-таки был ответственный момент. И почему именно тебе доверили? Все-таки в команде есть поопытные игроки, наверное. Ну, видно, был уверен. Сказали, если уверен, то бей. Хорошо, было волнение, но я пытался все это как-то отогнать. Был нацелен, знал, куда замкнуть, и просто исполнение. Штатный пенальтист – это твоя как бы стезя или нет? Или в предыдущей команде? Нет, я бью мало, но точно. То есть пенальти как бы не такая коммуникация? Да. Ну как бы если мне дадут бить, я буду бить. А чем отличался сегодняшний поединок от тех, которые ты принял участие до завода? Ответственность. Команда как бы более опытная. Как бы выходили, готовились к ним. Как бы показались тому, что мы можем. Думаю, это не последняя наша победа. А если сравнить Шинник с командами второго дивизиона, с которыми уже Волга встречался в этом году, есть разница? Ну, небольшая, да. Все опыт, мастерство есть, да, какое-то. Все-таки первая лига, вторая лига, не одно и то же. А так,
они такие же люди, как и мы. А после первого тайма в раздевалке о чем шла речь? Если не спит, конечно. Все-таки Волк вышел с другим настроением, видно было, что немножко увереннее. Мотивацию нам дали. Сказали, ну, видите, выложитесь на все, что победа будет у вас. Вышка выложилась. И большие стадионы, игра народа всех, футбол. Зовут нас в дружбе большие стадионы, игра народа всех, футбол.